Я хочу обратиться к депутату ПСРМ господину Гацкану. Вы стали депутатом парламента от партии социалистов. У меня нет сегодня претензий к вам. У меня претензии к вашему руководству, которое допустило эти сегодня выборы, которые провели за счет здоровья и жизни людей Ханичевского района. Сегодня вы должны отказаться от этого мандата. В 2014 году, когда мне все кричали после снятия нашей партии, мы тогда шли по списку Патрия, выходи на площадь, берите белых, гасите их. Я сказал, стоп, я не хочу прийти к власти. А я понимаю, что мы с них слили бы тогда бы за 3 часа все к чертовой матери. Я не пошел на это, потому что я внутри понимал, не дай бог умрет какой-нибудь студент, любой протестующий на этом протесте. Я понимал, что я никогда в жизни не буду заниматься больше политикой ни одного дня. Потому что приходить к власти через кровь, это для меня просто не укладывается это у меня в голове. Поэтому я отличаюсь, наверное, не все политики. А я всегда говорил, что политики почти все путаны. Мне не нравится слово политик. Поэтому, господин Гацкан, откажитесь от этого мандата, благодаря которому сегодня Ханчешты по официальным данным на втором месте после Кишинева по количеству официально заболевших коронавирусом. Значит, нам непонятно, что будет еще с этими 20 студентами, у которых тест негативный, но вирус у них может открыться завтра, послезавтра, через 4 дня и даже через неделю. У нас на следующей неделе зона риска. Поэтому вы сегодня, тем более, я насколько читал в СМИ, господин Гацкан, там разные вещи писали, я не буду комментировать что, но я помню точно, что вы врач. Врач, гинеколог, но вы врач, вы давали клятву Гиппократа. И как врач вы сегодня можете подать пример всей стране. И поверьте мне, я лично выйду с карантина, пожму вам руку, и я уверен, что вы станете очень авторитетным человеком во всей стране. Не держите за этот мандат, потому что этот мандат был получен за счет здоровья и жизни людей.